Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам большой светлый дом под отделку, который расположен на лесном участке площадью 28 соток, всего в 12 километрах от Московской кольцевой автодороги по Новорязанскому шоссе. Адрес дома: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 138. Продается трехэтажный жилой дом площадью 600 квадратных метров постройки 2015 года. Дом находится на территории организованного коттеджного поселка, въезд в который осуществляется через пультовые ворота. Материал стен дома – газосиликатные блоки. Перекрытие и лестничные марши – монолитные. Снаружи дом облицован красивой клинкерной плиткой. Кроме того, заготовлен фасад для цокольной части здания. На крыше долговечная и надежная металлическая фальцевая кровля. Внутренние помещения под отделку. В доме 4 уровня, каждой площадью до 230 квадратных метров. На первом этаже со свободной планировкой высокие потолки и панорамные окна. Подготовлены формованные маты из пенополистирола для монтажа теплого водяного пола. На втором этаже 3 больших спальни, в каждой из которых есть санузел и гардеробная, а также выход на видовые балконы. В мансардном этаже просторное помещение под свободную планировку. Шесть мезонинных надстроек с большими светлыми окнами позволяют использовать мансардный этаж, в том числе для размещения здесь дополнительных жилых комнат. Кроме того, есть полноценный цокольный этаж и место под большую летнюю террасу, а также частично возведенное строение под гараж на 2 автомобиля. Дом расположен на одном из самых больших земельных участков на территории поселка. Его общая площадь 28 соток. Участок угловой, есть 2 независимых въезда. Рельеф ровный, с небольшим наклоном. В составе почвы преобладает песок, поэтому дождевая вода на участке не застаивается, и по всему участку много взрослых гипоаллергенных сосен и елей. Участок огорожен основательным забором с кирпичными столбами на монолитном фундаменте. Кроме основного дома, на участке также небольшой деревянный дом, который подойдет для временного размещения рабочих. Коммуникации. В доме есть электричество, 2 ввода по 15 кВт, магистральный газ, рядом с домом скважина и септик. Уровни сотовой связи и мобильного интернета здесь отличные. Дом расположен в одном из лучших коттеджных поселков на юго-восточном направлении. Он полностью закрыт, и на поселковой детской площадке невозможно встретить посторонних. Круглогодично асфальтированный подъезд прямо до участка. Поселок расположен в окружении вековых сосен. Неподалеку есть Малаховское озеро, где можно купаться и рыбачить. Плата в поселке, имеются в виду целевые расходы, составляет всего 2000 рублей в квартал. В поселке есть несколько школ, в том числе престижная английская школа и 2 лицея, детские сады, множество сетевых магазинов и кафе. Здесь удобно на машине, но с транспортом также все отлично. До железнодорожной станции Малаховка на маршрутке или автобусе ехать всего 10 минут. Далее еще 40 минут на электропоезде, и вы в центре Москвы. А до станции метро Котельники можно доехать всего за 15 минут. Земельные участки и жилой дом находятся в частной собственности с 2004 года. Не откладывайте свою жизнь на завтра, звоните мне уже сегодня, и я с радостью покажу вам этот дом.